Эта площадка впечатляет. 9 метров в диаметре и 3 метра в высоту. Экспозиция создает эффект реального присутствия в Енисейске. Продюсер проекта Антон Шаталов рассказывает, его команда из 25 человек работала 2 месяца практически без отдыха и сна, чтобы создать эту колоссальную экспозицию. Гости смогут познакомиться с интересными археологическими находками. Там откопали огромное количество утраченных объектов. Например, часовня старца Даниила была выявлена археологами. Даже мощи старца Даниила были найдены. Енисейск я всем рекомендую для посещения. Он, конечно, сейчас весь на реставрации, на реконструкции. Но я думаю, что к 2019 году это будет действительно интересный исторический город, который будет достоин для того, чтобы его посещали туристы не только из России, но и из-за рубежа. Енисейск – один из старейших городов в нашем крае. Там сохранилась уникальная архитектура, образцы русского классического зодчества 18-19 веков. В рамках подготовки к 400-летию в Енисейске ведутся масштабные реставрационные работы. Пока его посещают более 60 тысяч человек ежегодно. В Министерстве культуры намерены увеличить этот поток как минимум втрое. Ведь в старинном городе есть на что посмотреть.